вокзал на Дзержинского. Здесь у нас такой вот интересный баннер. Федерация Кольского города Черногорск, местная общественная спортивная организация, нет страха, нет боли, есть дух, есть мужество, есть сила воли. Генеральный партнер свой, угрозничная компания. Сейчас проходит здесь первая тренировка. Здесь, смотрите, набрали группу. Маленькие, самые маленькие, беленькие все пояса. И вот для них сегодня, сейчас будет первая тренировка. Самое-самое интересное. Вот они все беленькие. Когда-то и мы такие были. Чистые. Чистый лист бумаги, с которых будут роститься, взращиваться, воспитываться. Настоящие люди, правильные, надежные, самые лучшие. Сидим, никто не ворочается с закрытыми глазами, нас камера снимает. Шканеры. Сэмпани. Рэй. Тагани. Рэй. Статэй. Рэй. Так, сейчас мы будем проводить разминочку. Второй ряд доступа. Малыши, первый ряд. Первая тренировка. Еще детишки не знают, куда им вставать, что делать, как себя вести. Все, набрали дистанцию, выставили. Так, дверь надо прикрыть, да? Не будем говорить, пожелательно, да? Началась разминка для наших самых юных учеников. Разминку проводит Стрельченко Юрий Александрович, первый дан. Зал хороший, светлый, теплый.
малыши, группа 25 человек, 25 детишек, из них 7 девочек. Это очень хорошо, когда девочки также активно занимаются единоборствами. Это очень полезно для здоровья, это очень полезно для самообороны, и это очень хорошо. У маленьких будущих чемпионов сейчас идут поединки. Нужно повернуться сначала к Чендену. Все то, что они освоили на своих тренировках, сейчас они пытаются применить, пытаются в своих поединках. Додзекун, мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого непоколебимого духа. Мы будем следовать истинному смыслу воинского пути, чтобы наши чувства все время были наготове. С истинным рвением мы будем стремиться культивировать дух самоотрицания. Мы будем соблюдать правила этикета. Уважение к старшим и воздерживаться от насилия. Мы будем следовать нашим богам. И никогда не забудем истин добродетель скромности. Мы будем стремиться к мудрости и силе. Не ведая других желаний. Всю нашу жизнь. Изучение карате. Мы будем стремиться выполнить истинное превращение пути Киокушинкай. Мокусо. Мокусо. Сыпание озарика, значит? Что?